Ребята, всем привет. Прошу прощения за ветер. Сейчас я буду снимать, так вот, курточку прятать. Я думал уже, что сезон свой закрыл. Оказывается, нет. Не совсем. Приехал в деревню забрать сына с каникул. Ну и решил выехать на поле. Посмотреть, поковыряться, может быть, ну так себе душ отвести. Но хотя для себя где-то внутри уже сезон закрыл 2016. Начал ковыряться, копать, прям только вышел второй сигнал. И у меня находочка. Посмотрим. Какой сигнал, какие звуки, друзья. Приехал на разведку в поле, которое, блин, вот она лежит, братан, смотри. Ё-моё, чё-то там, какао, ё-моё, чё тут. Сейчас надо спрятать микрофон от ветра. Так, какалик, блядь. Их, ёлки-палки. Я аж обрадовался. Ну ничего, он отойдет. Это мы знаем, как теперь делать. Сейчас у меня на связи консультант, реставратор. Ох, мы с ним. Это деньга, скорее всего, вот. Вижу. Прослеживаются очертания. Ореолика. А с этой стороны. Да, что с этой-то у нас? А, ну точно, точно. Ой, хорош, патенька, зелененькая. Ядрит твой налево. Братан, смотри, сейчас потру. Секундочку. Смотри, о, я ее даже чист не буду. 30-й год, деньга. 1730 года. Ни хреново. Ни хреновенько. Пойдет. Нормальненько. Особенно вот с этой стороны я вижу. Тут мы потрем, я не буду тереть, потому что зеленого мраморного цвета такого. О! Это самая нормальная патина. И вообще, насчет чистки, друзья, обращайтесь. Вот у меня хабарница новая. Кто знает, от чего коробочка? А? Кто знает, ставим лайки. А кто не знает, покажите. Покажите этот ролик жене своей. Когда вы знаете, будете ржать, пацаны. Ладненько. Раз. Поехали. Поедем дальше. Не забываем закапывать ямки. Надо проверить для начала ее. Пусто. Пусто. Вот смотрите, ребят. Вот так вот. У кого нет петелек на штанах. Например, вот, да? Такие штаны, у меня нет петелек под ремень, чтобы одеть вот для пинпоинтера. Вот сюда его придумал. Вот таким вот образом. Вот так привязал его скотчем. О, видно. И все, тут она на кнопочке. И вот так. Чик, все. Пин у вас всегда под рукой, никуда не летит. Отличная идея. Ставим лайк за идею. Очередной сигнальчик, братан, смотри, копендосик. Ну это так себе находочка, просто для отчета показываю. Фокус не настраивается. Так, о какая копеечка, либо год там 89-й какой-то такой, поздние советы. Ну лучше чем пробочка. Так, это тоже идет в хабарницу. В хабарниц не идет только проволока. Опа. И закрываем нашу кладовую. И продолжаем. Смотри, дружище. Вот ямка. Ковырял, ковырял, искал, искал. Думал, лепесточек от пробки. А ни хрена. Какая-то ушатанная чешуйка попалась. С этой стороны лысая, с этой лысая, а с этой вот, видишь, вижу, что написано кикнас, ну да, что, может быть, вот это Михайло, ну хрен ее знает, чья,
Димка, если видишь, помоги, подскажи, напиши комментарий, что это. Тоненько какая-то, ну такие чуть не попадались. Сейчас будем тут еще пробовать. Странный такой тонкий сигнал, еле увидел его Аська. Вот такие вот делишки. Сейчас будем продолжать. Искать здесь что-нибудь. Очень интересно, надо же в каком месте. Тут ничего не было, ни хрена. Чё-то лежит, а чё не знаю. Ковыряю уже тут. Очень много мусора попадается. О! Есть! Есть! Фу. Опять деньга. Сейчас покажу. Это тоже деньга. Камера может не передать, конечно. А. Можно разглядеть, что это деньга. Можем попробовать ее почистить. Но с этой стороны много грязи. Грязи тут прилично. Но все равно. Это уже большой плюс. Блин, батарейка села. Ё-моё, как не вовремя. Это большой плюс. Ложим в хабарницу. Встаем. Ага. Четвертое. Это я сегодня удачно заехал. Так, ну что, нашел я еще тут пару деталек. Дирхема алкоголика и кусочек меди. Значит, на этом мы сезон свой завершаем, друзья. Хороший он был или плохой, у каждого по-разному. Но, тем не менее, без находок мы не остались. Нормальные у нас сегодня находки, пусть и мало. Вот. В общем, ребятки, подписывайтесь на канал. Будем, этой зимой будем чистить монеты. Но не просто их чистить, а чистить по уму. Будем чистить серебряные монеты. Будем чистить медные монеты царские. В общем, все подряд будем чистить. И чтобы вам было не скучно, подписывайтесь на мой второй канал «Самодельные станки и инструменты». Там мы делаем прикольные разные штучки. Так что, друзья, зимой скучать не будем. Всем желаю теплых денечков. Не мерзните, одевайтесь потеплее, не болейте. До новых встреч. Пока.